Восьмая ежегодная международная конференция «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» проходила с 5 по 7 февраля в Российском кардиологическом научно-производственном комплексе. Главные темы конференции, называемые также «Московским международным курсом гибридной хирургии», как и в прежние годы, были посвящены транскатетерным имплантациям сердечных клапанов, гибридным операциям в хирургии расслоения аорты и эндоваскулярным вмешательствам при сложных аневризмах грудного и брюшного отделов аорты. Современные гибридные и эндоваскулярные хирургические подходы у тяжелых пациентов транслировались в режиме реального времени из операционных. В последние годы все популярнее становятся щадящие хирургические методы, и один из них – ТАВИ. Это так называемое минимально инвазивное вмешательство, при котором хирургу необходимо сделать лишь маленький разрез длиной от 6 до 7 см. Для сравнения, при обычной операции по замене сердечного клапана приходится распиливать грудную кость, что значительно продлевает постоперационный период в клинике. При операции ТАВИ, которую мы наблюдали в Российском кардиологическом научно-производственном комплексе в исполнении руководителя лаборатории гибридной хирургии доктора медицинских наук Тимура Имаева, чтобы поместить в сердце новый клапан, используется катетер, который представляет собой тонкий гибкий шланг. В прошедшей только что Московской конференции по гибридным технологиям традиционно приняли участие коллеги из страны-участника союзного государства Республики Беларусь, а также Франции, Германии, Израиля, Польши, Чехии и Швеции. Особое внимание аудитории привлекли выступления доктора Жан-Клода Лаборда из Франции, одного из основоположников транскатетерного протезирования аортального клапана самораскрывающимися протезами, и профессора Томаса Ларзена из Швеции, мирового лидера в использовании сложных техник для эндоваскулярного протезирования аорты. Президент Московского курса гибридной хирургии, выдающийся кардиохирург, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии кардиоцентра, академик РАН Ринат Акчурин. Сопредседатель конференции, директор Института клинической кардиологии имени Мясникова, академик РАН Ирина Чазова.